Ты заходишь на краб, снова нога готовится пнуть. И это вот основная ошибка. Основная. То, что в твоей голове гелик делается за счет маха. Еще раз повторяю. На гелике через краб маха нет и быть не может. Да, мы ногами манипулируем, но ноги манипулируются тазом. Не отдельно ногами работаем, а тазом. То есть жопа, простите, фиксирует две ноги и крутит обе ноги симметрично. Вот завернул таз сюда, и обе ноги туда ушли. Не вот так вот, а тазом. Вот смотри, старт гелика твоего. Стартовать нужно с абсолютно прямых ног. И не согнуть их на протяжении всего гелика. В этом прикол. Далее. Когда ты вот здесь заворачиваешь ноги, эта нога должна быть вверху, эта нога должна быть внизу. Это ты должен увидеть в обучалке. Там есть подводящее упражнение, разворот таза с ногами вместе в крабе.